Лохопед, оставайся, по бакланям! Успокойся, Рома, успокойся, Оля, успокойся, поговорим. Без суеты, без этой всей. О, боже, деловой! Он голосовал против меня в прошлое женское голосование. Моя ответочка себе, вот тебе вот это! Оль, что ты делаешь? Ты нормальная? Ну выясни с ним! Отношения! Нет, Ваня там позорится, конечно. Ваня! Ванька, я тебе знаешь, что хочу сказать? Во-первых, я в отношениях. Это раз. Во-вторых, я тебе скажу, то, что ты пытаешься меня как-то унизить, ты в первую очередь унижаешь себя. Вот, свои отношения. Вот. Я тебе скажу, что неуместно. Ты только как себе, опускаешь себя и смываешь себя в этот унитаз. Не, я понимаю, если у тебя есть ко мне какие-то претензии, то выскажи. Да, выясните, я тоже не понимаю. Против меня голосует. Уходи. Оль, я зашел на твою страничку. Это правда, что из-за кризиса цены выросли? Чтобы я понимал. Не знаю, что ты говоришь, эта тема не актуальна. Если ты по нам соскучился, ты нам скажи. Оль, на 8 марта мы хотим мужиками собраться в одном месте, в сауне. И нам нужен развлекательный момент с твоей стороны. Организуешь? Вот дурачок. Нет, ну я знаю, что ты можешь девушку так свою позвать, это Ванька. Нет, он в отношениях, я не знаю, к свадьбе там приготовится. Он же предложение собрался ей делать. Возле сауны подождет. У человека в отношениях беда, вот он и цепляется за любые моменты. Я не понимаю, мы его вообще не трогаем. Я приеду, заберу тебе комнату, и будете жить мужской и женской. Ты что говорит? Да пускай, что хочешь говорить. Не надо мне это угрожать и пугать меня. За ухо вытащу вас обоих. Он реально ненормальный. Ну я правда, я же говорю, я то женское голосование промолчала, сейчас опять. Вот я так и знала. Он постоянно задевает. Вот я не знаю, что ему надо от нас. Ну потому что не имется человеку, понимаешь? Он тогда ходил, когда мы жили на острове, понимаешь? Да, если... мы проходили. О, Шейлох! Вот это нормально? Оль, ну это у человека. Слава понимаешь? Богу, его здесь нет на поляне. Оль, да нет, Оль, я тебе говорю, мне по барабану, где этот человек? Понимаешь, мне не жить, детей не крестить. Да мне не хочется о нем вот говорить, просто все. Почему мы должны промолчать? Да нет, ты говоришь ты об этом. Ты хотел против Димы голосовать, я это знаю. Я не хотел, я тебе еще раз скажу. Меня тебя человек, нет, меня человек оскорбляет, да. Я даю отпор. Нет, я буду сидеть прохалывать. А как, молчать что ли? Конечно. Он постоянно будет садиться так вот на шею. Не дам я. И мне по барабану на это вообще голоса. Кто там против кого голосует вообще? Да, я тебе говорю, я буду себя отстаивать, буду наши отношения ставить. Нет, нет.